Ярославский самбист, призер чемпионата России. 20-летний Микаил Дугиев, студент колледжа при Демидовском университете, завоевал бронзу в соревнованиях под Нижним Новгородом. В чемпионате приняли участие более 200 самбистов из разных регионов страны. Из шестерых ярославцев, которые поехали на эти состязания, победа улыбнулась только одному. Сам Микаил дважды участвовал в подобных соревнованиях, но впервые стал призером. Сложное, конечно, было там борцы титулованные, все по две тренировки в день там. Мы что, один раз в неделю занимались. Так получилось, что выиграл третье место. Первую схватку он проиграл явно, и уже вроде так, ну потом собрался и выиграл три схватки подряд у хороших ребят. У одного призера, серебряного призера первенства мира по юниорам. Бесперспективно, в тройку на России не входит. Конкуренция большая. Есть много центров, где на самом деле условия есть и массажисты, и психологи, и фармакологи, и врачи. У нас, как бы, я все в одном лице.